Ты смотрел из того, что вот сегодня ночью показывали? Я смотрел утром бои. UFC я смотрел и, честно сказать, был удивлен, знаете, как даже, можно сказать, чуть-чуть расстроен, потому что с Камару у меня очень хорошие тесные отношения, и, конечно, было тяжело наблюдать, как лучший боец в мире, который сейчас является, улетел за 50 секунд до конца боя в глубокий нокаут. Вот, у тебя было такое, когда ты смотрел, что уже хотелось выключить, потому что понимал, что со второго раунда все идет примерно по одному сценарию? Да, я думал, что примерно вот по этому сценарию бой и закончится, как и все. Но это бои, это ММА, и вы сами видите. Секунду проморгал, все, не так руку поставил, не так защиту поставил, здесь может свет отключиться, ты можешь в раздевалке проснуться и все закончить. А было ли общение с Камару после боя непосредственно? С бойцами я всегда стараюсь общаться через пару дней, 3-4 дня, потому что и так им все пишут, там, эмоции, там, когда все утихнет, я, конечно, с ним созвонюсь. А Камару после 35 лет сможет вернуться и забрать титул, или уже твой совет был бы ему завершать карьеру? Как я знаю, уже работает на трилогии, он может выиграть Леона Эдвардса, я считаю. Но после такого нокаута очень многие не восстанавливаются. Интересно будет посмотреть, но я бы с удовольствием...